Прибавление в Ивановском троллейбусном парке. В минувшие выходные в областной центр прибыл первый троллейбус из 19 подаренных Москвой. Договоренность о том, чтобы отправить в Иваново устаревшие для золотоглавой машины, была заключена еще год назад. Столица может себе позволить обновлять подвижной состав чуть ли не каждые 5 лет. А для Иваново и троллейбусы с пробегом – подарок судьбы. Машины поступают по схеме правительства Московской области, передают субъекту Федерации Ивановской области, уже из субъекта Федерации Ивановской области они передаются в муниципальное образование. По балансовой стоимости этих машин, я смотрел документы предприятия Мосгортранс, в среднем балансовая стоимость от 2,5 до 3,5 миллионов, которые передаются в город. Ну, соответственно, можно тогда предположить, какая экономия. Всего машин будет 19. Каждый, по словам специалистов, не больше 15 лет. Все троллейбусы в хорошем состоянии. Отбирались лично сотрудниками МУПа и ПТ. В скором будущем ожидается поступление еще 18 машин, в том числе троллейбуса «Гармонь». Длина его 18 метров, вместимость 164 пассажира. Есть у нас сочлененная машина, она как раз вот в этом первом транше. Надеемся доставить ее тоже в ближайшее время. На какой маршрут, пока не скажем. Но все машины предварительно сюда поступая сначала проходят техническое обслуживание и затем уже будут поступать на маршруты в городе. Первый троллейбус уже на техобслуживании. После подготовки выйдет на линию. А вскоре в Иваново должны транспортировать и остальные 18 рогатых. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.